переходим к следующему, нашей посылке. Следующая наша посылка у нас такая интересная вещь. Многие сталкивались, наверное, когда необходимо куда-то подлезть саморезиком, шурупом, а с отвертки он падает. То, взяв данное приспособление, мы намагничиваем отвертку. Странно, не прилипает. Может быть, это размагниченное, наоборот, получилось. Давайте попробуем здесь. Тяжеловато для такого. Давайте попробуем еще. Какое-то забавное устройство. Давайте большую положим отвертку. Гвоздик примагнитила. Немного слабовато устройство. Все равно поднимает. Может, давайте попробуем намагнитить саморез или вот, давайте, биту. Держит. Давайте попробуем размагнитить ее. Видите, уже не имеет магнитных свойств. Намагничиваем. Так, гвоздь держит. Ну-ка, шурупет. Большой. Большой держит. Вот такое вот нехитрое устройство. Иногда сможет вам помочь в трудную минуту. Ссылочка, как всегда, под описанием. Так, переходим. У нас осталось мало посылок. Так, давайте посмотрим, что здесь у нас. А в этой посылочке у нас, что же они нам прислали в этой посылке? Это лампа-ночничок с пультом. Правда, без батарейки. Это я хочу поставить в детскую, чтобы был небольшой такой
ты ночничок. Ссылка в описании. Такая полезная штучка. Как она работает, я думаю, отдельно сниму видео.